Дорогие друзья, в этом видео вы узнаете, когда выйдет 24-я серия турецкого сериала «Полярная звезда» и что будет в 23-й серии. 24-я серия выйдет на экраны Турции 7 марта. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. Напомним, в 23-й серии турецкого сериала «Полярная звезда» мы увидим, что Ильдиз вместе с Кузеем пришла к его бывшей супруге. Она намерена разобраться во всем и поставить точку в этом деле, которое не дает ей спокойствия. Ильдиз прихватила с собой пистолет, так как бывшая жена ее возлюбленного совершенно не понимает слов. Она направила пистолет на свою соперницу и приказала ей закрыть рот и убраться отсюда. Кузей попытался забрать оружие у возлюбленной, но не смог этого сделать. Ильдиз была сильно рассержена на Кузея и считает, что он ее предал. Кузей вынужден бегать за Ильдиз для того, чтобы все объяснить и оправдать себя. Он попытался поговорить с ней по телефону, но девушка не захотела его слушать и только прокричала в трубку. Дочери Кузея сильно переживают за них и не знают, как примирить влюбленных. Отец говорит своей дочери о том, что он предупреждал ее много раз по поводу Кузея, ведь у него нет к этому человеку никакого доверия. И Ильдиз соглашается с ним. Только плохо, что не послушала своего отца. После того, как Кузея оказался корабль, то он стал устраивать соревнования с Ильдиз. Но сама Ильдиз предупредила его, чтобы он не путался у нее под ногами, а иначе она его потопит в этих водах. Они оба стали капитанами, и только море сможет их рассудить. А вы ставьте палец вверх, пишите обязательно комментарии, нажимайте на колокольчик. До скорой встречи!